Всем привет, друзья! Вот кто следит за моим, так сказать, творчеством обзорным, уже видел краткий анализ комикса «Капитал» Карла Маркса. И вот у нас новое произведение в этом ключе. Это вот манифест коммунистической партии. То есть, опять же, даже если вы не любители вот всего этого дела, то комикс сам по себе шикарен. В первую очередь благодаря просто крышесносительным рисункам. То есть здесь вот показаны все, так сказать, страдания рабочего класса под гнетом буржуазии и капитала. Это шикарно, просто шикарно. Ну и, собственно, сам манифест тоже. Он довольно коротенький в жизни, вот. Тут его еще, можно сказать, и растянули вот, на целый графический роман. Ну и опять же, книжка подойдет не только, так сказать, ярым марксистам-ленинистам, но и вообще людям, которым нравится необычный графический стиль и необычная рисовка. То есть, очень здорово сделано, на самом деле, вот, коммунистический рай. Вот, ну, книжка коротенькая, вообще, вот, даже вот я не знаю, сколько тут страниц не написано. То есть даже меньше сотни, наверное, страниц. Вот. Легенькая достаточно. Вот в отличие от Симпсонов и Футурамы. Вот недавно обзор делал. Ее в руках тяжело держать. Это уже нет. Пожалуйста. Вот. Вот. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. На самом деле, вот таких вот книжек тоже довольно много. Причем, что самое главное, вот можно подумать, что это что-то отечественное или вот из старого коммунистического, но нет. Мартин Роузен. То есть вот и эта книжка, и «Капитал» оба заграничные. То есть вот как-то вот на удивление, что наши до такого не додумались, а вот на Западе, казалось бы, на капиталистическом, такие вот штуки выпускают. Вот. И на самом деле вот такого еще много есть. Есть вот, насколько я знаю, даже биография Энгельса, биография Эйнштейна, биография Кюри. Это вот ученые, которые изучали радиацию, а муж и жена Кюри. Вот. Вот так вот. То есть при желании, опять же, через нашу группу ВКонтакте можно такое заказать. Вообще не проблема. Ну, а манифест Компартии уже можно купить в нашем магазине. Вот так, вот так вот, друзья, такой вот необычный опять комикс, который я очень люблю. Ну и, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, вступайте в нашу группу ВКонтакте, вступайте в наш Дискорд. И вступайте, пожалуйста, в нашу группу на Амина, мы только-только ее сделали, так что будем рады вашей поддержке всяческой. Так что все, всем спасибо, всем пока.